Наш родственник, ну, двоюродный брат моего отца, в то время работал председателем исполкома Галашкинского района. Их всех руководители созвали Грозным, духовенство, мулы, там, священники, руководители учреждений. И там Берия с ними провел собеседование, что вас 23 числа будут выселять, чтобы не было сопротивления. Любое сопротивление будет приниматься как неподчинение власти и на месте расстрел. Самым авторитетным и живым в то время был сын Арсанова, Дени Арсанов. Багаудин его звали. Его слово для верующих – это вот истина последней инстанции. Если он сказал, ему все подчинялись. И даже когда мы выслали, этот авторитет он не потерял. Но он был на самом-то деле в чине полковника Комитета госбезопасности. У него были все сведения по заключенным, по сидящим по лагерям и прочее, и прочее. И когда люди его спрашивали, он, кто вернется, он знал, кто вернется и когда вернется. И это сбывалось. А кого нет, он говорил, он не вернется. Но он знал, кто из них нет живых, из посаженных. Поэтому вот, а они считали, что у него это данные от Бога. Он знает, и ему нужно подчиняться. То есть никто даже не сомневался. Сказал он, Багаудин сказал, все. Ну и он тоже был там, и все говорят, что Багаудин тоже за то, чтобы не сопротивлялись. И вот завтра нас должны выселить, сегодня мы узнали, что действительно нас выселяют. Раньше не давали знать.